А Франции объявили состав нового правительства, сформированного премьер-министром Мишелем Барнье. По данным газеты «Ле Фигаро», команда из 39 человек очень молодая, включает в себя мало политических тяжеловесов. Сохранил свой пост лишь министр обороны Себастьян Лекарню. МИД страны возглавит центрист Жан-Нуэль Баро, а бывший социалист Дидье Мего станет министром юстиции. Главой МВД назначен консерватор Брюно Ретайо. Именно его министерство будет отвечать за возможное ужесточение миграционной политики Парижа.